А вот и Нигаджи. На него это они, да. Брат, пойдем, иди позоромся. На моей машине пешеходов не пропускаю, она с Грузии. Когда все на то же самое сказал, но потом быстро привык, знаешь? Она как тройка рулится, брат. Супер. Стой. Там такой звук был, я ж обосрался. Такая, короче, стойка. Чисто парки. Перед еще сядет. А я не понял, что с Ешкой было? Брат, она сильнее. А? Сильнее оказалась. Ешка? Да. А ты что, ему фору хотел дать? Не, брат, я пока ковырялся, светофор зеленый стал, мы не встали. Пашма, может на хату? Поехали. Я к 10 должен буду отъехать, понял? Сегодня? Да. Или завтра? 10 ночи. Эль-Терти? Ну да, этот, сейчас пожалуйте на телефон. Я понял, брат, куда? На Дзержинского? Не. Аба? Ну хорошо, я дом постримлю. Да, да. А, дар, а? Понял. Аркадий! Хорошо, брат. Поехали в сторону Сахли. Давай этот, и этот. А сколько сейчас время? Время ровно полдесятого. Сади в этот, я тебе позвоню, посидим. Где? В Дейси. Шатиру позвоню. Да, а ему там человек. Он на красном. Ронат. Мы как на рацию сели. Ну, резина стала, знаешь. Фу, да, у меня уже во рту эта резина. Ты здесь налево, брат. Или дальше? Давай. Фу, блядь, как воняет. Ау, кажется, мы поворот пропустили, шмай, за тебя. Зачем? Сейчас около жажды повернем и все, на Авроре. Ой, на этом, на Мариотте развернемся и поедем. Все. А, ну или так, давай. Фу, как воняет, брат. Да, очень пукнул ты, приятно. Да. Прикинь, у Каена багаж ее, там жарчина. Батя красиво машину смотрится, брат, сзади. А так спереди что, прикольно. Ну, спереди сидишь. Авантюрист, езжай, брат. Тащи. А ну, жи. Помеха справа, аккуратно. Да. Батя турбина подувает. А ты слышишь? Нет, просто так сказать. Я думал, а, ты да, вот здесь слышно было. Блядь, брат, можно было и здесь. Да пох, давай через Мариотту, раз уж как начали. Да можно я чудо, может я сегодня дунем, брат? О, а? Что делаешь, брат? Можно я чудо налево повернуть, можно и прямо. Хоть она вообще передачу держит, она ебанутая. А как тебе рулёжка, брат? Пересядь за неё, брат. Давай пересядем. О, кайфалом, брат. Давай, когда вы на прямой дороге. Около жажды остановимся. Да. Ну, поставь подвеску спорт, умеешь? А я тебе сейчас, прямо сейчас поставлю. Эгри Джоби Ядзма. Что? Вах, на него. Шёл. А вот и Нигаджи. Вах. На него это да. Они, брат. Пойдем, иди позоромся. А? На эту Камри. На эту Камри, ты сразу понял, что я считаю. Савел. Гаджи очень приятный. Савел. Мы работаем с братом на мечту, собираем. Брат, налички нету. Где что за мечта, брат? Налички нету. Ну, пошли, отстри, наличка была бы, дал бы, брат. О, Венгалби младший тоже здесь? А? Мы на стриме, брат, смотри. Да, как там, Дрин Париж. Нормально, нормально, на этого молодого. Вы снимаете? Да, начинаем. Ебать, как ты, молодой? Артём Барев, как ты? Барев. Ебать, Камри взорванная. Вы только брат. Что наклеили это, или? Не-не. Москве клеил. А, базару нет. Поедем, пускай снимает. Да. Ладно, пацаны, давай. Брат, вода, не будьте мешать съемкам, понял? Все, ребят, на связи. Давай, все, связи. Пацан, знаешь, как боком дать? Давай, пацан, говорит, можно? Боком туда же. Не-не, брат, боком туда. Давай. Ну дай боком, пожалуйста. Девчонки, привет! Шачир, вот смотри, если Шачир здесь не даст, он хуй, смотрите. Я отвечаю, он даст. Что же дал? Ау, ебать, опять задымил.
мели твой рот, ебал же я ногой там. От меня или от тебя? Вах! Да вы, блядь, замуламились, правый. Дай-ка, как ты, дай улыбку. Ох, на эту пробку шма. Они как они кайфуют. А вот приятно, знаешь, стримить Казарь, и жить тоже поправляют, потому что все пацаны наши. Шамсудин, здесь давай. А, у телефонами будем меняться или нет? Или так же оставим? Не-не, оставим. По-любому, чтобы не переподключалось, давай. Дверью не хлопай, сучка. Че, долбой, когда твоим дверью не хлопай? Бах, мам, бах, бля. Видишь, карма тебя настигла, жас. Ау, эмхуты. Эмхуты, я замал. Ау, салава. Ау, эмхуты, ара. Сура! Ура, эскалир. Пахма. Ау, холодно, тепло. Сегун, а? Ау, ты че, ебанутый, брат? Ты че за Ташкент сделал? Бля, ебать, ебать, мне холодно. Ма, что с тобой, ебать? Ебанутый? Иди нах на своем Мерседесе, хуйло. А как здесь эту хуй машину водить, брат? Ау, ты не выебывайся сейчас, знаешь? Не буксуй. Вот она по маслу идет, брат. Вах, блядь. А это какой сейчас привод, долбоёб? Полный стоит. А, всё. А, не, сзади. Спасибо, брат. Поставь подвеску спорт, шма. Как? А, вот. Вон внизу, прям около коробки. На нарисовано. Бля, подожди, М2 врублю. Всё, комфорт. И это спорт плюс. Всё. Оу, ебать, CLS виднее. Вах. Ужасно ездит он на моему. Ай, блядь, какое страшное. Бля, ебан. Ебать, она виднеет на этом. Да, она ебучая виднеет. Ебанутый, ебать, она виднеет. Шлюха, не дрифтуй. Резина новая, проститутка. Я ничего не делал. Ай, блядь. Блядь, ой, брат. Ебать, она... Вах, охуеть. Вась, ебать, она, да? Как, она как тройка, брат. Я когда сел, я то же самое сказал, но потом быстро привык, знаешь? Блять, она как тройка рулится, брат. Ау, ебать, у меня турбину слышно, охуеть. Бля, кстати, вот это привычнее. Вот сейчас мне такая BMW стойка привычней. Как сидит она. И там что поменялось, блядь? Там на 10 сантиметров ниже упал. Ниже, вот, брат, я вот сейчас на... Очень ужасный ребенок, у меня нервоз от него. Да что я сделал, я не дрифтую. Фай, блять, какая машина охуенная, страшная. Ха-ха-ха. Ой, ебать, она эмоции дает, я ее в рот ебал. Пизда. Вах, блять, ебать, она... Вась, она вообще не жесткая. Ма, а ты когда... Да, это типа сводит на КВ, знаешь, какая хуйня? Она становится, машина мягче, но рулится лучше, понял? Да, ебать. Так и есть, оказывается. А? А у тебя хедрейс ты проехал, нормально было или нет? Да. Вообще, я поэтому и сказал, что она мягкая. На моей пиздец рельсы чувствуются, брат. Ой, блядь, ебаная лягушка. Саранча, блядь. Ой, твоя тоже стрельнула. Ой. Я же что снимать, брат? Не знаю, наверное, за это что-то такое. Трейлер, может, какой-то. Давай! Блядина ебаная путана мразь, блядь. Не машина, сука, хвост, антилопы. Хочу стать кенгуру, блядь. Ты на заднем или на полном? Фу, блядь, на полном. Сзади поставь, заебал так интересно. Не трясись нахуй, я одной рукой вожу, брат. Свою могу, твою не хочу. Я на твоей даже двумя руками не умею, блядь. Дело... Ты спотел или нет? Я нет, брат, я же, блядь, на ней только на М2 ездил задним боком, похуй мне. Я же на ней еще перевернулся, брат. Пацан за 3 дня сделали. Там у тебя крыло, короче, стоит от... Они не знали, знаешь, про крыло от F10 стоит вообще, знаешь? Брат, мне так страшно, когда эта машина на Angelo стоит сзади. Ау, я так писать хочу, знаешь? Давай тебе рот отсу, брат. Давай, я писать хочу, не ты же идиотку. Да какая разница, что ты... Ох, ебать, прям, турбину молодцы. Слышно, охуеть. На твоей хуй машине? Да, на моей, брат. Ты прям едешь? Моя какая, ебан? На CLS, ну идиотку. Долбоеб, на моей машине пешеход... Долбоеб, на моей машине пешеходов не пропускай, она с Грузии. У нее по лору это не прописано. На твоей машине можно сбить ее или нет? Да, как в Китае. Охуеть, турбину слышно. Пиздец.
Бля, ебать. Водите, ебался. А как такой стрельб поправляет, знаешь? Охуеть! Ниоткуда, и как, знаешь? Знаешь, какой стрельб? Бать звук. Вай, ебал, битхан, дети смотрели, бичо, игра манкана. Ебать, ты зарубил. Бля, ебать, она рулится, Вась. Не, без шуток? Блядь, моя валка, брат, но вот это на КВшках прям пиздец. Прям, бля, вообще пиздец, брат. Она именно для шашек сейчас рождена, понял? Того рот ебал ногой, пацаны. Ты пиздишь, мне кажется. Нет, клянусь, клянусь. Познакомься с новым для тебя миром, пройдя линейку квестов. Тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай и поехали, навесим на нее тюнинга. У нас его полно. Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП. Я два раза на это нажал, правильно сделал? На амортизатор. Да, или два раза, и она должна два красных гореть. А у Гого ты больная, Гого, вода капает. Ай, бля, хулью так ведет, брат. Резина нагрета. Бля, ебать ее ведет твою, брат. Твою тоже, долбоеб. Бля, да, очень сильно. У нас жопа виляет, пиздец, как видео. Бля, я смотрю, в смысле, блядь, как она... Я просто вот так, понял, борюсь с рулем. Не, пацан. Да, 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 брат, но она, у нее сзади жопа не держит, моя тоже. Биба и Доба, два долбоеба. Биба и Боба, два долбоеба, брат. Ну реально, брат, а как еще нас назвать? Трэп. Ты как чему смотришь, знаешь, в этой машине? Да по-братски. Да, ты просто, у тебя стойка уебанское сиденье, ты понял, как должно быть, блядь? Как колхозник. О. Брат, я сижу так. Вот. Я сижу так, чтобы я потом не плакал. Ой, нога, ой, хуй болит, ой, дрочить хочу. Вот так правильно сейчас сидится, жесть. Кого, брат? Был. А? Кто был, Вася? Ты что было, брат? Ты что, обкуренный, что ли? Брат, мне же не могло показаться, там человек был или что? Не было, не было. На него. О, это девушка. Это бобер! А? Бобер был, бобер! Курва бобер, мертвы! Пропусти меня, там тёлка. Ах, ебать, она смотрит снаружи, шпа. Ебать, она стоит, она в ноги, брат, охуеть! Хочешь? Сейчас поснимаю, а? О, хорошая гогошка, знаешь, хорошая? Пропускай мамина жизнь, а проезжай. Проезжай. Потом надо будет поснимать ее, слышишь, мам? Охуеть, она рулится, Вась, ебанута, понял? Я в нее пострелял, слышал? Нет, брат, я на Мугаме. На Убане? На контроле, на фулпок. Проезжай, заворачивай. Ау, машина едет. Давай, я пропускаю. Без страху. Без страха, брат. О, там ямка, брат. Яма здесь аккуратно. Сразу не глуши, не, я с тобой поднимусь пока, брат. Сразу не глуши. Ты меня учишь, долбоёб. Ой, бля, ебать тормоза у нее, пиздец. Надо привыкнуть к тормозам. Брат, припаркуй только нормально машину. Брат, я не хочу твою машину парковать нормально, умоляю, иди сам припаркуй. А, уж, смотри, какой подарок именно, давай, ладно. А, ты ряд прыгаешь? Да. Нет. Где? А? Косолепи. Там, где я все оставлю, в подстаканник. Она вот так, тут вот так прыгает. Бля, ты видел как, бля, на ней как кайф нашашковать, бля. Умоляю, пойдем наебашимся с ним чем-нибудь. Но... и выскочим ночью. Давай. Очень поправить, знаешь? О, в воскресенье охуенного бани, никого нет.
не знаю, чем мне удобно с моей тушкой пить. Вась, ты что, ебанутый? Тут 30 градусов стоит, ты конченый? Иди нахуй, ну тепло, блядь. Лучше тепло, чем холодно. Конченый! Какой он панику поднял на него. 21 резко ставим, нахуй. Ебать, тут жарко, блядь! Тут жарко, блядь! Вырубил нахуй этого черта жизни. А? Умоляю, брат, ссать хочу, ну быстрее, по-братски. Почему писать хочешь, брат? Да, больше ссать хочу, ну, блядь. Дай бог. А? Чего не дай бог? Давай быстрее. Какой боком, блядь? Одной рукой ключи, блядь, в одной руке машина, блядь. Давай, давай, быстро, гейм удары. Халил! Да. А, у встречка, что? Фу, тут какашками воняет за тебя. Не пизди, долбоёб. И он говорит, что он охуенно паркуется. Смотри, сейчас, смотри, вот он сейчас в миллиметре будет. А, он на своё хуй место поехал. Шуми, ну люди спят, пятница вечером. А он может без него домой подняться, поссать, он мне... О, не могу, знаешь, писать хочу. О, подфарник починился, не знаете? О, писать хочется, знаете? Мама, это проверю. Нет, выключился подфарник, надо сделать. Писать хочу. Зазор убрал, да. Быстро, сука, я твой М5 ебал, у тебя на спине мразона. Мутелло. О, мразь, иди нахуй, Сэм, все. У меня там зря ули, брат. Позвони шар домофон.